Всем привет! Привет! Вы на канале «Лето для вас». А сейчас мы приехали в парк аттракционов, который называется Сиам, и находится он в городе Бангкоке. В Сиам-парке есть несколько зон. Есть экстремальные такие зоны, а есть зоны для отдыха. Вот сейчас как раз мы идем в зону динозавров. Есть такие интересные кустарники, сделанные в виде различных животных. На входе огромный жираф. О, смотри, Таня, динозавры в полный рост. Сколько их много? Они что, резиновые? Какие-то надувные? Ткнул и сдулись. Не, бетонные. А то дети бы ноги оторвали бы уже давно. Ага. Поигрались бы тогда. Чудовище какое-то рогатое. Угу. Глаза красные. Злющие, видимо. Как настоящие прям. Удалось мастерам сделать динозавров как живые. Это, видимо, какое-то заброшенное кафе. Пойдем, Жень, зайдем, посмотрим, что там. Интересно, смотри, придумали. Вначале кафешка, а там дальше в пещере динозавры. Ага, рычат. Даже страшно заходить. Ой, не говори. Дорога в амфитеатр украшена цветами. Красиво. Какая все-таки шикарная здесь природа. Хорошо так прогуляться, отдохнуть. Река с рыбой. Женя сейчас купит хлеб, принесет, и мы будем кормить рыб. О, Женя хлеб купил, несет. Сейчас будем кормить. Радостный такой идет. Ну вот, хлебец. На дольки такие делится он. Сейчас я не приплыву. Не ешь, рыбу оставь. Он белый, альбинос. Ух ты! Ну один такой здесь. Офигеть! Это за загробный вообще? Близко, но как будто как они маленькие мальки, но они не маленькие, ребята, они по метру. Их поросята. Это потрогать руками его еще. Вот, смотри, вот он. О, белый, смотри, белого снимай. Белый и не попал в рот. Похожие на сомы, как сомы. Ага. Арапайма рыба. Дай мне это покормить. Это моя половина. Хлебка такой мягкий, прям сами его хочется попробовать. Сейчас я попробую его. Угу. Дай мне попробовать хлеб. Не сам. Что ты весь хлеб съел? Не голодный. Белый, альбиносовый. А это, видимо, другая зона. Была зона динозавров, а это уже зона лошадей.
Эта зона тоже очень красивая, прям такая шикарная. Вообще в Таиланде очень много различных парков. Для людей, конечно, все сделано. Мне можно классно отдохнуть, провести свои выходные или просто погулять с детьми. О, даже живые лошади есть. Интересно так, парк аттракционов и живые лошади. О, какая горка. Сейчас мы и на ней тоже, конечно же, прокатимся. Хорошая горка, да? Да, такая. Ну, она более спокойная, но высокая, тоже интересная. Местами есть быстрые участки. Ну, тоже такая экстремальненькая местами. Нормально. Утки вдалеке плавают, смотри, там приблизко. Ага, две пернатые. Это какая-то, видимо, другая зона, что ли. Пойдем посмотрим. Да, это зона, видимо, комнаты страха. Вот демон какой-то тут с дыркой в животе. О, нифига себе. Народу много туда, кстати, идет. О, какое кладбище вдоль забора, где комната страха. А это что там такое? Это фонтан, с которого вместо воды кровь бежит. О-о-о. Страшно, нет? Ну, пойдем вовнутрь, посмотрим. Там вся замутка. Пошли. А здесь вот другой аттракцион, сейчас мы на него сходим. Такая высокая башня, метров, наверное, 100. Поднимается медленно и крутится. Узорная такая башня. Поднялись мы почти на самый верх, башня крутится. Вдалеке вон там
аттракцион крутой, бумеранг называется. Это красный, который? Да, на котором мы катались тоже. Обалдеть. Самая страшная горка даже? Ну, это еще одна там есть сейчас. Повернемся к ней. Вот эта башня, которую вверх поднимают, потом резко бросают людей вниз. На ней что-то я не стал, не захотел. И Таня тоже не хочет, да? Не, я не хочу. Мне такие не нравятся. А вот это мне понравилось. Где вообще здесь крутят. Вообще крутяк. Самый крутяк, наверное. И нам не давали снимать, но второй раз нам удалось заснять это все. Крутая, конечно, горка. О, с высоты вообще такой вид. Как мы решились на это. Такой страх пережили. Угу. Жень, помахай в камеру. Что ты там мне показываешь? А вон, смотри, там река какая-то, или что там, озеро. Так это где утки плавают? Ну, город да. Весь видно. Вот там аттракцион, это, где как на ней лошади ходят сверху. Ну, тоже так ничего. Ну, поспокойнее, конечно, по сравнению с американскими горками. Зона, где зона лошадей. Да. Амфитеатр. Где мы рыб кормили, Жень? Ну, вот тут можно сверху осмотреться. Все интересно, конечно, тоже посмотреть. Здесь, смотри, зона для детей. Детские карусели. Всякие развлечения детские. Бассейны. Все так красиво украшено. О, смотри. Аквапарк. Сейчас бы окунуться туда. Ага. Ну, туда мы пойдем в следующий раз. Завтра, наверное, сегодня. Да, успеем. Время уже много, потому что. А вот смотри, где мы тоже на этой деревянной лодочке поднимались. В общем, видать, тут все, весь парк. О, на бумеранге едут. Ага. Уйдь! Колесо такое. Вот тоже страшная горка. Вот самая страшная. Это бумеранг и вот вторая. Не знаю, как называется. Ну, американские горки называются. Тому сейчас круг уже дали. Хорошо с высоты птичьего полета посмотреть на парк аттракционов, на аквапарк, на зоны. Ну, сделано все так с природой. Видишь, парк. Тут и зелень, и река, и животные даже есть, рыбы. Город Бангкок. 20 километров от города. Там, смотри, тоже какое-то колесо вдалеке. Угу. Вообще много у них, конечно, зон, где будем отдыхать. Парки различные. Не именно аттракционы, а вообще просто парки. Ну, мы уже сколько парков посетили, много здесь в Бангкоке. Что, наверное, еще один кружок, да и будем уже вниз опускаться. Там тоже гоняются, орут. Ага. Сколько озер много, речек много. Не, классно, конечно, что для людей все так делают. Вообще, ну, конечно, зимы нет. Круглый год лето. Да, в любое года приезжай в Таиланд и наслаждайся. И парками, и развлечениями, и аквапарками. Хорошо, конечно, когда тепло. Ну, смотри, какие карусели. Мне такие не очень нравятся. Ну, это же детские. Дети что-то. Тут взрослых-то всего получается, как бы 3-4 таких серьезных аттракциона. Тут на воде тоже интересная такая, которая освежает, брызгает. Ну, на ней можно хоть целый день кататься. Она такая спокойная. С элементами экстрима, конечно. Тоже красиво все так там сделано. Все в зелени. Все в деревьях. Вагончик поехал. Ну, вот это тоже страшное. Страшный аттракцион. Кафешек тоже много на каждом углу. Большой, конечно, парк. Начинаем спускаться, по-моему. Да, уже до середины спустились.
А это что там? Тоже амфитеатр. Ну, по-моему, он не работает. Он по каким-то дням, по-моему, работает. Ну, тут, по-моему, и так хватит времени, чтобы все это походить, посмотреть, отдохнуть. Красивый, конечно, очень парк, Сиам Парк в Бангкоке. Ну вот мы побывали в парке аттракционов, Сиам Парк развлечений. Бангкоке. Ну, тут что можно сказать? Для взрослых тут есть экстремальные, конечно, горки. Горки американские. Есть вот такие, попроще. Ну и там очень-очень такие крутые, страшные горки. С Таней прокатились. Таня сказала, больше не поеду. По крайней мере, сегодня. Потому что можно кататься и кататься было. Но один раз скатилась, вроде как это... Затошнило даже. На эти горки, на вот экстрим, не пускают детей, потому что там написано разрешение по росту 1,30 м. Если меньше, то нельзя на эти горки. Есть поменьше горки, на те можно. Да, мы прокатились, где можно с детьми кататься, они такие не такие страшные, попроще. Ну а это экстремальные. Поднялись еще на... даже не знаю, как назвать, типа обзорного колеса, оно поднимается вверх, и оттуда весь парк видать. Даже видать парк с водными аттракционами, аквапарк. На него мы пойдем в следующий раз. Вот. Ну, парк красивый. Интересно с детьми здесь погулять. Парк с динозаврами там есть, такие динозавры сделаны. Рыб покормили. Покупается хлеб, 20 бат стоит, булочка такая хлеба. И можно покормить рыбы, арапайма называются, большие рыбы такие, вот с таким ртом, огромные просто. Интересно, они там все в кучку собираются, очень забавно. Ну, я думаю, стоит посетить этот парк, очень красивый, конечно. Сейчас днем жарко ходить, но можно, когда жарко, и окунуться в аквапарке, все это в одном... как сказать, на одной территории, поэтому можно и охолодиться, и опять прийти сюда вечером покататься, но просто надо по времени, парк работает до 6 сам, и надо как бы успеть. До 6 работают именно аттракционы, сам парк работает до 8 часов, то есть тут можно еще гулять вечером. Ну, а на этом прощаюсь я с вами, это было лето для вас, всем пока. Thank you.